Отличная новость для абонентов Триколор ТВ. В декабре 2012 года для обеспечения вещания телеканалов проекта Триколор ТВ Сибирь на орбиту будет доставлен спутник DirecTV-1R, который будет работать параллельно со спутником Bonum-1. Для продолжения просмотра телеканалов абонентам Триколор ТВ потребуется с 15 января по 15 февраля 2013 года произвести обновление программного обеспечения приемного оборудования. Подробная информация о предстоящих изменениях, а также инструкция по обновлению программного обеспечения будут размещены на сайте Триколор ТВ, а также в эфире телеканала и инфоканал Триколор ТВ.